Всем привет! Мы снова в Графенштайне. Расставляемся. Уже поставили палатку. Вот наша. Прекрасная погода, тепло так, хорошо, классно. Серега в маечке ходит. Почти жара, да. Забыл просто раздеться. Хочется скорее в трусики. Сейчас пойдем купаться. Да-да, уже облачиться и купаться бежать. Да. Вот мы пришли, ставим палатку, поставили уже. Сейчас будем грилить. Да. Смотрите, гениальные люди пытаются поставить палатку. Вот, у Димы первый, кстати. Это уже молодец, почти выиграл. Ребята, Губкина закончил. Губкина, не просто так. Будь, ты что закончил? Я университет физфаковский закончил. Вот смотри, вот пытаюсь найти, где вверх, где низ для начала. Ну, главное найти вверх. Ребята, у нас сегодня опять баран, его очень много. Нам придется его есть, к сожалению. Мы, наверное, будем давиться. Есть его, ну, что делать? А я буду есть к счастью, а не к сожалению. Костер уже горит. Мы уже поставили палатки, у нас уже все хорошо. Мы поставили палатку, разожгли костер, замариновали шашлык, налили вина. И, наконец, пробуем включили вино. Музыку. Белое и у нас белое. Что? Либо-либо, да, аморе. За любовь. Да. Ой, офигенно. Ребята, я сейчас вам расскажу очень грустную историю. Вот у Альфреда, вот который вот здесь Напомню. Стоит, Альфред. У него был баран. Хороший баран, вроде жил бы, не тужил бы. Но вот на таких прекрасных вот воздухах, на таких прекрасных панорамах. Но нет, он почему-то, по какой-то причине, начал орать. Бе-бе. Каждый, сука, день. Попал. Каждый день. И теперь видите, что с ним случилось. Мораль сей басни такова. Не орите, ребята, а то будете как баран. Ребята, баранинка зачетная. Альфред сам убивал ее. Вот так вот. Вот ее. Ну, это мы тут. Ребята, мы поели шашлыка из баранины. Офигенный шашлык, все хорошо. Сейчас сидим около костра. Костер, знаю, я килограммов, наверное, 10 и пьем съел. Хорошее винчика. Да. Я вот не знаю, я столько этой баранины съел. Я боюсь, у меня уже какие-то рога барани растут. Копытца. Он пока не женат, ему не страшно. Да. Пусть растет все, что хочет. Не пока. Ой, это, вот, знаете, вот, когда у костра дым костра создает уют, а там как-то дальше какие-то сишата есть. Сын, загрузка на Унзерлойта. Алло. Алло. Алло, вас. Скажи что-нибудь по-русски. А то, вы привет. О, привет. Скажи что-нибудь по-русски. Привет. Ребята, у нас дрова кончились, мы едем дальше с дровами. Ура, за дровами. Ура. Утро нового дня. День пионерии сегодня. Всех с праздником. Ура! 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 Готовим нашу традиционную яишенку. Мы пионеры, дети рабочих. Близится эра светлых годов. Клич пионера всегда будь готов. Клич пионера всегда будь готов. Ура! С праздником! Так. Да. Ребята, Стой. Привет. Чистим рыбу. Вот рыба такая. Карпик. Да. Воздух светлый, вот чешуя. В эфире пионерская сорка. Страшно? Эх, лепута. Халасли. Офигенно. Катя. Картошку треска ест. Вот. Так, ребята, всем передайте привет. Это? Привет, алло. Привет. Уважаемые телезрители, репортаж сегодня с этого великолепного места Графенштайн. Пьем розовое, вокруг все серо-голубое, зеленое. Нам классно просто. Всех зовем сюда. Кто сможет приехать, кто не сможет, все равно приезжайте к нам. Сегодня... Ребята, присоединяйтесь, нам здесь вообще офигенно. Ура! Мы сегодня справляем день пионерии. День пионерии, ура! Офигенно, за пионерию. Чистить рыбу.
Знаешь, я бы хорошо чистил рыбу, кстати. Чёрты. Ребята, сегодня третий день нашего отдыха здесь. Второй. Вот. Ну, у кого-то второй, у кого-то третий. У кого-то третий, да. Да, вот, ребята. Вот. Товарищ Буй, Серега, Дима. И яичница. А это мы жарим, значит, икру карпа. Вот, ее здесь много. Там вот, смотрите, тут икры хватает человек на 6. Представляете, какой был карп? Ну, он тоже был вот, большой. Вот в две мои рожи у него была башка. Вот представьте Диму и карпа. Вот да. Это он. Не, ну карп был больше, реально. Ребята, у нас, к сожалению, закончилось вино на третий день. И поэтому мы сейчас едем дальше, чтобы продолжать снова купить что-то. И чтобы было все хорошо. Ребята, а это у вас группа людей, у которых закончилось вино? Да, это мы. Мне это с вами мы. По пути. Ребята, мы приехали сегодня суббота. У нас очередной день нашего мероприятия в Графенштайне. Мы приехали просто к нашему виноделу, в котором были 2 года назад, последний раз здесь были, тоже ездили с Графенштайна. Список вин. Ребята, мы потеряли Буя. Мы не знаем, где он пока. Но надеемся, что мы его как-нибудь найдем. Ребята, мы едем уже обратно. У нас вообще все хорошо, замечательно. А я поднимаюсь за здравную чашу, за нашего замечательного водителя. Да, давайте, ура. Дай Бог ему здоровья. Ребята, мы приехали в одну пивоварню сегодня, в Тульне. Очень хорошо, здесь вообще замечательно. Они его варят, они его разливают, и мы его пьем свежесваренное. Вообще нормально. Только с бочечки. И с книжечкой. Да. Ребята, Серега делает мясо, смотрите, разделывает. Сейчас будет у нас плов. Я! Офигенный. Режем, все зарежем. Ленту точит, помогает, смотрите, вот на морковку режет. Соломкой. Ира вообще молодец. Комеди-клаб. Дорогие зрители нашего мероприятия, у нас сегодня третий день. Мы сегодня здесь вообще отдыхаем. И тем более, что среди нас находится вот... Лена не фонтан. Лена не фонтан. Она сегодня будет фонтаном, но она пока не фонтан. И Дима не фонтан. Не-не, Лена не фонтан, она из Франции приехала. Вот, и Дима ля фонтан. Я тоже из Франции сейчас приехал. Нам здесь хорошо. Приезжайте к нам в Австрию. Ребята, за нас, за вас, за всех. Ура! 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 I love you. Серега, всем привет. Ура! Здравствуйте! Дуба-дубае! Ребята, дуба-дубае! Я танцую пьяный на столе! Дуба-дубае! Дуба-дуба-дубае! Я в спортивных костюмах не Гаврила танцую. Гаврила же он уверен был. Я же деревенская. Лена любит своих этих мужей. И она говорит, не-не. От печали до радости. Ехать и ехать радости. Рукою подать. Ехать. Антонов. Работаем. Больше. Чувство, где чувство, непонятно. Дима, там заход попробуй. Ой, шипит. Ну-ка, не шипи. Ой. А я не уйду. Ребята, сегодняшний день. Бобры. Там строит тревога. Мы тут. Ребята, у нас сегодня воскресенье, мы уже почти перед отъездом.